Овен день будет приятным, но вряд ли принесет какие-то значительные перемены в жизни или большие успехи. Вы легко отказываетесь от своих идей и планов ради развлечений и отдыха, с удовольствием откладываете дела на потом, если есть такая возможность. Телец. Легко будет найти союзников и единомышленников, людей, которые не раз помогут в трудный момент. Будет возможность восстановить какие-то старые отношения, и неважно, деловые или дружеские, которые были прерваны из-за неудачного стечения обстоятельств. Близнецы. Нужна осторожность в начале дня. Это напряженное время, вам может быть трудно найти общий язык с окружающими, договориться даже с давними проверенными союзниками. Рак. Благоприятный день для общения. Будет возможность укрепить отношения, которые важны для вас, помириться с теми, с кем вы в последнее время часто ссорились. Не исключены удачные совпадения. Воспользовавшись ими, вы сможете довести до конца многие дела, которые начали раньше. Лев. День будет довольно противоречивым. Не раз и не два вам придется менять планы или переносить дела на потом. Вы постараетесь реализовать все, что задумали, но это будет нелегко. Часто окружающие отвлекают вас, пытаются оказывать давление или вмешиваются в то, что их не касается. Дева. Этот неплохой день обещает новые знакомства. Вы на многих сможете произвести хорошее впечатление. Найдутся люди, которые, заинтересовавшись вашими идеями, захотят помочь в их реализации. Весы. Старайтесь не рисковать, это напряженный день, требующий осторожности. Многого можно добиться, но для этого каждый ваш шаг должен быть хорошо продуман. Не стоит иметь дело с сомнительными личностями, участвовать в каких-то авантюрах. Едва ли вам повезет. Скорпион. Будет шанс удачно решить рабочие вопросы и укрепить свои профессиональные позиции. Постарайтесь найти время и для общения с близкими. Сегодня для них особенно важны ваше внимание и забота. Вечер – подходящее время для откровенного разговора о том, что тревожит вас и человека, который вам особенно дорог. Стрелец. Не исключены заманчивые деловые предложения, начало сотрудничества, благодаря которому ваши доходы скорее вырастут. Будет возможность сделать какие-то полезные покупки, приобрести хорошие подарки для близких. Козерог. Порой трудно найти общий язык с окружающими, избегать конфликтов и споров. Далеко не всегда близкие понимают вас. Иногда даже самые простые вещи приходится объяснять несколько раз. Но вы терпеливы и не теряете самообладание. Водолей. Вероятно, приятные сюрпризы и хорошие новости издалека. Будет шанс сделать удачные покупки или вложить деньги в какой-то прибыльный проект. Многие водолеи поймут, чем хотели бы заниматься и определяться с целями на ближайшее будущее. Рыбы. Если вы беспокоитесь о благополучии окружающих, стараетесь поддерживать их во всем, то сможете избежать многих неприятных моментов. Старшие родственники больше, чем обычно, нуждаются в вашей помощи.